Специалисты муниципального предприятия «Ремстрой» работают в ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам и пешеходам. Зебры уже стали ярче в районе первой школы. Там покрасили 8 пешеходных переходов, а также возле школ номер 2, 5 и 12 в станице Анапская. На очереди школы номер 4, 7 и возле гимназии «Аврора».